идеи. Что происходит с идеями, которые возникают в нашем сознании? Они летят вверх, как воздушный шарик летним днем. От них тянутся странные нити, волшебные невидимые провода. Они соединяют мозг и мир воображения. Они сплетаются, растут, ширятся и формируют новый, другой мир. И неважно, какие дела творятся в этом новом мире, наши идеи пропитывают его все сильнее. Легкая мысль – автобус, размышление – главная улица, а мозговой штурм – магазин. Little Big Planet. Проходи и чувствуй себя как дома. Но в мире Little Big Planet ты станешь вот таким милашкой. Это ты. Ты можешь двигаться с помощью мини-джойстика. Указывай им, куда и как быстро нужно идти. А еще в мире Little Big Planet можно, пусть и на мгновение, обмануть саму силу притяжения. Стоит только нажать кнопку действия. Прикоснись к ней слегка, и ты чуть-чуть подпрыгнешь. А если нажмешь и подержишь, то взлетишь в небеса. Лети, моя прелесть. Сейчас в мире Little Big Planet бродит столько тряпичных человечков, что легче сосчитать, сколько капель в море или пчел в улье. Значит, тебе нужно красиво нарядиться и чем-то выделиться из толпы. Для начала нажми кнопку меню. Меню персонажа – твой лучший друг. Оно выручит в любой момент. Позволь познакомить тебя с этим приполезнейшим инструментом. Хорошо. Используй мини-джойстик для выбора пиктограмм меню. Подтверждай выбор кнопкой действия. Выбери пункт «Внешний вид». Тут же появится соответствующее меню. Кстати говоря, ты знаешь, что с помощью кнопок страниц можно переходить с одной страницы на другую? Так вот, меню внешнего вида – это целый гардероб, где каждый тряпичный человечек может выбрать стиль по вкусу. Используй мини-джойстик и выбери то, что больше нравится и лучше смотрится. Здесь твой мини-макси-бутик. И не простой, а волшебный. Чтобы выйти из меню персонажа и вернуться в игру, нажми кнопку «Назад», а потом еще раз, чтобы закрыть меню совсем. На первый взгляд может показаться, что лицо Сэкбоя
ничего не выражает. Но это совсем не так. Правильно говорят, не суди о книге по ее обложке. Стоит нажать кнопку направления, и Сэгбой так изобразит эмоцию, что позавидует любой актер. Нажмешь кнопку вверх, Сэгбой обрадуется. Нажмешь влево, испугается. Нажмешь вправо, разозлится. Нажмешь вниз, расстроится. Если нажать кнопку направления несколько раз, то эмоция Сэгбоя станет еще сильнее. А если нажмешь кнопку направления, удерживая кнопку L, Сэгбой устроит настоящее представление. В его репертуаре зажигательные танцы, галантные приветствия и даже безумный восторг. Да, Сэгбой, тебе надо на сцене выступать. Каждый день в мире Little Big Planet праздник наклеек. Домики, машинки, зверушки, на все это можно что-нибудь налепить. Мы обожаем наклейки. Чтобы разместить наклейки, нажми кнопку «Меню» и зайди на страницу наклейки. Только посмотри, сколько красивых клейких картинок. Выдели любую мини-джойстиком и выбери кнопкой действия. А теперь давай наклеим. Наклейка перемещается мини-джойстиком вот так. Чтобы поворачивать наклейку и менять ее размер, отклоняй мини-джойстик, удерживая кнопку L. Вверх-вниз – увеличение и уменьшение. Влево-вправо – поворот. Нажимай кнопку действия, чтобы размещать наклейку сколько угодно раз. Чтобы вернуться в меню и выбрать другую наклейку, нажми кнопку «Назад». Если хочешь закрыть страницу наклеек и выйти из меню, нажимай назад снова. Ах, наклеечки! Ну как их не любить? Ага, наконец-то! Мы ждали тебя! Добро пожаловать в Little Big Planet! Каждое живое существо обладает даром воображения. Как только попадаешь в мир Little Big Planet, этот дар раскрывается и развивается. Тебе сразу хочется что-нибудь сделать. Когда ты что-нибудь построишь, придумаешь головоломку, смастеришь хитрый механизм с пружинами и шестеренками, то наступит следующий этап. Тебе захочется похвастаться. Смотрите, что я могу! Почему бы нет? Нам всем не терпится узнать, на что способен твой острый ум. Но если твои творческие способности еще дремлют, и ты просто хочешь прогуляться, посмотреть на работу других фантазеров, пожалуйста, нас никто не торопит. Так чего же ты ждешь? Little Big Planet ждет тебя.